Амага ассалому алейкум, слаблам Марахмонов Рустам. Особенно бы видеоролике кал акаларам тогда лайк боссу. Я занимаюсь уже более 3 года пересадку волос. Казань шахрада мы танышларымыз Соч Экадигон клиника очишуды. Бошлангенна Питердан бошладым. Кинчи филиалламыз очиапмыз, город Казань. Казань, да? Москва-дан ян бора? Хамасын көрсө тамам. Клиниканын номы нима? Окузмет. Операцияга баганы манам кама? Neç günden neç gün geçer su çekiş? 50 bin ile 100 bin ile ortam. Şez cırt tatsız bol graft. Пятая, шестой степень облысения. Угу. Сочты, факат, орка тарафта, мана, бу тарафларда олынып, экилады, да? А, шына олынады, или соколдан олынады. А, соколдан олынады? Ано, ассистентлеріміз, потом сортировка кылады. Гарантия письменный вид добираемся. Ага. Специально есть договор, договор взлада, гарантийный договор берамся. Бір күнде нечі сот вот операция қылынады? 5 болды сот. Кем бұл сотшылар мағылынады? Так, яқшымсыз, соғылары, сікәкетлі. Менің ісімім Бағлад, 32 yıl стажым бар. Чемпион России по юмейке терапии. Сочтан ташкары берді. Соколам екілінады, қошам екілінады. 4200 соч екілін етті. Все, удачи вам. Амага ассалому алейкум, слаблам Марахмонов Рустам. Демак, трейлерден чуңандырсылы. Видео нима хақыда болады. Демак, особенно бұл видеороликке кал акаларымыз тұрда лайк болсын. Көрәлік нештеміз екен. Казан шахрыда бізді танышларымыз Соч Экадигон клиника очишуды. Шын ол көрішке, бірден сілаге тавсия қылышке ем. Кете аппан. Мақсад нема? Айотымды, өмірімді көрмеген ма, қанағы Соч Экады. Бұл процесс қанаға бөлады. Соч Экадан ке хаққаттанан бұл чықады ме, ең ме? Бұл шу Сочты, как, білмей, өсімлік дейді ме, білмесам. Қане, ексе өсіп чықшы мүмкін. Пиоз маз, картошка маз, сочкі бұл. Хулас, хама сақыды малымот олыш чу, мана ма ғозыма аэропортка келдім. Бір күн үшіне борып келама, көрсатып келамыз. Демек, хама шу соч, екеш, мана шу кал бөліш, хама сақыды малымот кеге бөласылы. Демек, аэропорттамыз, хостуыр ұчамыз, Казанға борып күшамыз, Казанға әм көрсетама, ва самы ғылавны, самы ғылавны. Қана қылып соч екеш, ине еч пүлге түшіне әм, хамасын көрсетама. Так что кеттік. Өзім ана. Аэропортты кіріп көкетті. Әлі жүдей әм кеш қолет ба? Тезірок кіріш керек. Демек, хама текшіруларда өттік. Gəsinizsəgə boramız, gəsinizsədən ki, doğru, ertəgə kürs tamamasılagə hamasını. Pratik də oldu. Yaxşı mısınız? Hə, yaxşı. İşlər, böyle yaptı mı? İsmim Cəmşid. Cəmşid təgə. Qəyərdansız. Tükməsə ona. Aha, birdən mi iş qılasız? İkinci klinikamızı açdıq, birinci klinika bazovaya, ətə nəxotisə o Moskvi. Zəyət ucə atkırılı второй filial. Он недавно, месяц назад. Кане вы лето? Нормально, брат. Спасибо. Борку рамос. Ага. Завтра познакомлю. Я по. Улас мана. Аэропорт. Ол шахарге чыкамыз. То, бу шахарге чыкыш, а? Ага. Вот. Ну, нормально. Пойдет. Тезе бурлады ме? Все, шикарно. Все, вроде бы, хамы нарсы бос, су бор. Ютады гон джой бор. Мені кинчи этаждан. Вит ханаға бөлішім, бүйінші ханаға. Demak do'stlar, mana bu joy ertalab bo'ldi. Jamshid aka bilan ko'rishdik. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Endi o'zingizni yaxshiroq tanishtiring. Kimsiz? Qayerdansiz? Men Jamshid. O'zim Turkmanistondan. Поэтому с акцентом разговариваю, иногда русский, иногда. Я занимаюсь уже более 3 года пересадкой волос. Сочика, Сочикшка. Boshlanganimda Питердан boshladim. Не, бүгінгі күн екінші филиалымыз ашамыз, город Казань. Казанда? Москвада ем бар? Москвада ем бар. Бірінші клиника. Бірінші клиника. Бүгін филиалын аштық Казанда. Зор, зор ака. Қазір біз мана Казанды қайырдамыз ака? Центрына. Центр қайыр бе? Центр болғанда улица Пушкин деп айтылады, вот. Главный торговый комплекс бар, кольцо. Кольцо? Ага. Бұл жой
президент Миниханку. Утро, да, ага. Это как дворец, значит. Шинали. Обяда? Юрда, ну, Горького улица, главное пересечение. Ага. Клиника мы с мана шужой. Центр же жоля. Юрий, как говорится, клиника номер нема. Окузмет. Окузмет. Нема дегану, мана останата. Да, окузы, как мана со тарихта, окузлар, турки язычные, бизин, нема нам здесь, ресгамы, да, окузмет. Ага. Наше поколение, предки. Шинали, как бизда, темурилер, да. А мы кем темурилер, да. Дору, да? Шинали. Kazanlı havosuz öreken bana cüdem yok havosu. Hop. Şu yerde. Adres ne değil adı bir? Ulica Pushkin 52. Ulica Pushkin 52. 52. Center'de coğlaşkan ege. Ha, bana uca. Uguz met. Üçüncü etajda coğlaşkan ege aslara. Şunarlı. Oh, doğran vahşi. Bana. Üçüncü etajda. Demek? Dostlar hazır. Tepaga chiqib 3-chi etajda bo'lim maslagi ko'rsataman. Tanishtiramiz, hammasini ko'rsataman. Lekin aka, bitta narsaga kelishaylik. Operatsiyaga mana mana kiraman. Qanaqa qilib suv chekilganlarni ko'rsataman. Yiqilmasangiz bo'ldi. Yo'q, bo'ldi. Kiramiz. Gap yo'q, do'stlar. Kuzatib boringlar. O'zi operatsiya kirib, qanaqa qilib suv ekilyapti, hamma protsessni ko'rsataman. O'sha yerda bilan gaplashib olamiz. Ketdik aka. 8 gacha ishlaydik a. Klinika. Bu yerda qachon ishlaysizlar aka? Bir oy bo'ldi. Bir oy bo'ldi. Shuning uchun siz chaqirgan maqsadimiz shunaqa bir o'zbeklar ham bilsin. Nevarani klinikalar bor, bu yerda faqat soch ekish emas. Soch ekish emas, ha. Salom alaykum. Salom alaykum, yaxshimisiz, ishlaringiz? Qanaqa-qanaqa, nimalar qilasizlar bu yerda? Bu yerda, kiring. Asosiy vrachlarimiz bor, terapevt, kardiolog, nevropatolog, uzilarimiz bor, tekshirish uchun, EKG, laboratoriya analizlari, massajistimiz bor, hamma o'rdan bor. Faqat lekin stomatolog yo'q, dalnejim yo'q. Bo'ladi. Agar specialistlar bo'lsa-chi, stomatolog specialistlar bo'lsa, ish olasizlarmi? Bemalol. Bemalol. Как раз нам нужен это. Да, sharoit qilib berasizlar. Qilib beramiz, sen kabinet, o'r katta maydon. Bemalol. Masa qilyapman. Bu yerda tanishib qilaylik. Bo'ldi. Bu komsa vracha. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Sizlarga sog'liq, kayfiyat, terapiyatimiz. Yaxshimisiz sizlar? Yaxshi, yaxshi. Sog'lig'ingiz bo'lyaptimi? Rahmat. Charchamayapsizmi? Ha, charchamayman. Gap yo'q, gap yo'q. Siz nima ish bilan shug'ullanasiz bu yerda? Bu yerda yurak bajaramiz. Aha. EKG'damiz. Kimda yurak og'risi bo'lsa, kelsin EKG'damiz, yuragini bajaramiz. Gap yo'q, aka. Hamma blokadadan, og'riqlardan beramiz, massaj edamiz. Ukollarını ödəmiz, kapilizasını ödəmiz, həmimiz adı. Kapilizasını okey belə qoyurlar da? Özümüzün dermalarımız var, gələdilər, dinə gələdilər. Kapilizasını... Analizlər ki, topşırıca uyladın mı gəlmişlər? Analizisini, yəni həmməsini tapşıradı, şu yöndə barlaq verəmiz. Uzi, EKG, analiz, həmimiz adı nədəmiz. Çinərli. Dinə gəlsəb olur. Rahulmadakı, gəlb yox. Sağ olun, manumarlı terapiyat, fontu. Bir de masaj kılınadı. Masaj, aslında grija olan içine kılınadı. Bel ağrıları. Manumarlı terapiyat, ne только masajist, именно şu specialistimiz var özümüzde. Anca yerde sokaklarına işleyen grija oldu, vastanavliyini, parezler, paralçilerle olan işlediler. Şunlar da. Numalar var. İyi, fontu specialne для врачей, что кухня. Это тоже. Фонта медсестра. Специальные узилиамыз, ЭКГ, функциональные, чтобы вам планшет. А УЗИ вам классно? УЗИ там надо, УЗИ-стимыз был специалистамыз. Чинарли. Капельница вообще. Ага, бери капельница койлады. Капельница и процедурный анализ ролл надо. Ага, чинарли. У фонада операция кетят? Операция кетят, то зорно, шахтерцам фонадам. Сейчас одеваем и покажем. А, козы ичкай кирып, полный соч экишты, өзек асыз, да? Ама сочты өзек, специалист өзек. А, поштан ай көрсетамыз. Ине гарантия бор ма? Масалан соч экеннан ки, эртас күн яна чүш кетеп, хамасы. Йо, гарантия, Руслан ака. Официально юридически кылганбыз, гарантия письменный видде берамиз. Специально есть договор узлады, гарантийный договор берамиз. Чтобы экилган сошлар обязательно чыгады 100% почти результат берады. Агар гарантия жок болсо, биз ошол сошлар экмей канака пациентлерде сахарный диабет, онкологический болезньдарда, ревматизмде, аутоиммунный болезньлар болады. Уларда гарантия болмайды, чыгышыга ошол үчүн ошол сошларды экмейбиз. Экмейсиз. Сначала ошол үчүн текшерабыз. Биринчи анализ, анализден кийин уже текшерасыз. Оламыз. Түшүнүрлү. Ошого карап гарантия берабыз. Гап жок. Өзбөмсөн кийим оламызды.
и операционная игра мы с хамажаровыми курсатамыз. Как и договорились. Да, обязательно. Біздікілігі скидка. Обязательно, 30%. 30%. А, Сочи Рустам Рахмон, промокод Рустам Рахмон. Соч екіліш, қанақы болады мана жаровының мысал суммасы, мана шын нәрсаларды, енді көпшілік суммасыға қызықты. Ну, операция пайты қазір объемны көрсетемін. И қанақы этапларын көрсетемін, этап екілер, бір этап екілетке, я болмаса, екі этапты. Нечі пүлден, нечі пүлге жасы о чекіш? 50 мінден 100 мінден ортапты. 50 мінден 100 мінден? 100 мін уже максимальный объем. Ага. 7, 8, 7, 8, 7 уже облесение очень кетті болады, шулар 100 мін атырапты. Короче, типа полный обызы 100 мін? 100 мін шынға шықылады. Олар екі этапты екілады, аплатасан шынаға екі этапты аплата қылынады. 50 мін бірінші этап, ikinci 50 мін, ikinci этапты аплата қылынады. Шынарлы. Не сразу все. Ага, удобно? Удобно олады, конечно. Кәпі? Озбасам, ішке әкіреміз, хамасын яна, процесті яна сауыла берем, хамасыны. Көргі оқу бөлістілер, дөстілер. Дөстілер, үнік әліні сұлғы, қазыманы операцияға кіріп, қанай қылып со чекілішіні көрішке рұқсат берілді. Оз кіріп, көрісті алмасылай. Бісміллах. Саламу алейкум. Алейкум салам. Яқшы мұсыз? Шу процесті бір, көрсәй. Да, сейчас идет процесс сбор графта. Ага. Саламу алейкум. Саламу алейкум. Пациент тоже наш этот. Ага. Именно сбор граф мы берем из затылка. Облысение вообще по народу 5-6 степень облысения. Угу. Но сегодня планируем, в таких случаях мы пересаживаем два этапа сделать. Угу. Первый этап сегодня, сегодня планируем пересаживать где-то 3-4 тысячи графтов. А на втором этапе уже планируется где-то 2-2500, около 3000 градусов пересаживаем. Mm-hmm. Ну, процесс сегодня в течение дня показываем. Вот у нас ассистенты. Мені әке өзбекте ең қапырсам өлірі, торыны? Да, да. Бұл сочты фақат орқа тарафта, мана бұл тарафлардан олынып, екіледі де? Ха, шына олынады, или соқолдан олынады. Ха, соқолдан ол, а бадандағы сочты? Йо, бадандағы сочтар, олар уже... Төргемәді. Ашқа качество ойынша пұшқовы болыслар дейләді, ол төргемәді, результат бермайды. А, да? Аждайым, результат шықмайды. Сочты ең нәрсе, өсіш керек, ең қылыш керек, бұйырда. Баданнақ шу размерді тұрады, да? И әне штушны бұвайды. Арқытамонна, сақалонген сошылар, хар бітті графта 2-3-тен болады. Ана шу густата берады. Хоз үші олы әпсіз, екі әпсіз, дұрын? Берді үзі әпсіз? Олы әпсіз. Ха, олы әпсіз? Ха. Ану ассистентлеріміз, потом сортировка қылады. Нұман сортировка қылады? Граф олынген сошылар. А, сошты ем сартыруқтыңыз керек? Сартыруқтыңыз керек, а, холодильникті сапап тұрш керек. Екіш охырқы этапы болып тұрады. Ага, екіш... Соп керек, да, хам сартыруқы қылады, хам сонап чықады, да, сколько получи соп. Ага, шынарлы. Масалы қарайын, берді ол, от ол епсіз, екі епсіз, а, беяда олып, беяқы қоясыз. Ага. Кен, сошты, май, екіш жарайыны қанақа бөлады. Олы просто тықы чықасы мы? А, оламыз қанша соч болғаннан кейін, шума расшит өтет қылып, микролумка қыламыз. Бұ чизылады мы? А, чизылады мы? Қанай, чизып мы? Чизылген уже, озы, көздек бөлады мы? Утам оннан кез, а. Аха, бізден сарты рухты бөлі аттып. Салам алейкум. Яқшы мұсыз аке. Мәні жерді олы әпсіз, а, қозы? Олы әпсіз, и алдық байдыға қанша чыққан болса, шуңға ша план ой еші ол, азыр көрсетамыз, да? Аха. Сейчас не удобно? Все, все, хорошо. Аха. И жерді екі асты, а? Да. А қозы олы әпсіз, тұры ма? Да, да, да. Әнің үші? Горград. Әке оғыр әпті ме ол ма? Скандар. А, ойна бәрі. Нет. Нет? Я лежу вообще. Кайф, вы можете чай принести, пожалуйста? Трубочки побью. В этом процедуре много боятся от боли. Нет, никаких боли не будет. Даже вообще никаких. Иголы сделаем, инсулиновый шприц, это видите? Угу. А, стильный. Такие птички, наверное, да. Иголка там очень тонкая. Ну как обезболивающий, да? Да, да, да. Первый укол почувствовал, как комар укусил, а потом остальное там... Уже не чувствуется. Одно за другим, нет. А еще рем-то салбо. Миноксидил өстрады мөзі, елмай? Өстрады, слушай, леген миноксидил это временный препарат. А, временный? Оны, да, пожизненно ішлетші керек. А-а-а. Агар тоқтаткен байтыңызда, наоборот, двойной. Шүкетші. Агар да, намада ішлетсаңыз, пожизненно ішлет күрш керек. Лекин, сочи инли чуяк кемоза, онда файда берады. Вот только-только начинается выпадение. Мне тут хайтинг. Агар да, да, там полностью облысение. Угу. Там у ерда уже сочи шықмайды. Угу. Вот,
потому что уже теряет свой крафт, все это уже не помогает. Мне тут хейтер пишет. Хейтер, который плохие комментарии пишет, сообщение. Что пишет? Без почки не проснись, говорит. Энди өсүш кандай болот, аке? Мына хозу эктиз. Бу нече күндө чыкты? Сош, асында теоретически 8-10 ай давамында полностью результат. Восстановиться кылат, да? Мы пересаживаем в течение 2 недели, волос будет расти, уже мои ребята большинство знают, где ага. Потом идет шоковое выпадение процесс. Это что означает? Соч, там, присели графты, они отпускают свой стержень и начинают себе новые сосуды притягивать. Угу. Вот это произойдет 2-3 месяца, после этого начинает расти, это уже пожизненно растет. Пожизненно растет. Никогда не выпадает. Ага. Вот. Поэтому вот эта часть нам гарантия, не мы даем, вот ага. Эта часть дает гарантия. Понял. Да. Ну, сочла, да? Да. Ну, сочла. Пьёс гопшай, да? Да, именно так и называется, да? Да? Луковица волос. А, луковица волос. Наш брат тоже из Татарстана, но родился в Узбекистане. А, да? Это рядом Ташкент. Янгиюль. Слышали такое Янгиюль? Янгиюль, да, конечно. Это ташкентский волос. Оттуда родом. У, мана, не мучен соч эктриапсис. Почему волосы высаживаете или как называется? Я на русском не очень как бы. Он сам тоже блогер, он актив, поэтому. Серьезно? Да. Мои большинство подписчиков это на узбекском языке. Да, да. Нет, у меня в основном Татарстан. Татарстан? Сейчас вам покажу. Да, нормальная история смотрит. Да, да, хорошие. 3000. А как называется? Не, Инстаграм. Инстаграм, вот, Кандаргайс. Крылову на выходе, да. Сейчас покажу, откуда подписчики. Казань, Уфа, ага. Возраст, у кого может тоже выпадает волосы, mm-hmm. как раз. А почему решил, брат, это пересадить? Ну, потому что мне 26 лет, а выгляжу на 40 лет, да? Плюс еще 26. Уже как-то некомфортно стало мне. Ага. Вот, из-за этого я решил это. Тем более еще блогер. Пересадить. Некомфортно мне так ходить, 26 лет и без волос. Вспоминаю, как я ходил. Просто вообще волос очень сильно влияет на психику человека. Да. А, да? У меня один парень был. Mm-hmm. Я расскажу одну историю. Там Туркули Туркмандар, там у вас есть в Урганче, не знаю, но в Кусе есть такой район. Uh-huh. Туркули. Оттуда был парень. Облысение, 7-й степень. Пересаживали, 2-этапная операция. Но через 6 месяцев я смотрю, мы встретились где-то в свадьбе. Я вижу, что-то не узнаю его. Потому что он был полненький, был лысый был, волосы росли. И он начал терять вес, он как-то спортивный стал, понимаешь? Я говорю, ты что, это конечно, да. Он говорит, да, как вот видишь. Он себе начал ухаживать, это очень сильно влияет. Конечно. Этот. А почему волосы выпадают? Все, лицом вниз. Лицом вниз? Да. А как, ну что случилось с тюкулями? Шунака, вот процесс наследственный. Наследственный. Наследственно, некоторые вот это именно шунака одамларда, именно гормон, мужской гормон, андрогенный гормон, чувствительность высокого улады. Шу сабахтан, со что намазой, он не терпит этого влияния гормона, поэтому это андрогенное упадение называют. А тестостерон может влиять? А? Тестостерон. Да, да, вот андроген, тестостерон влияет и от этого выпадает. Вот у меня волос на груди больше, чем на голове. А холды берден сочиларды оляпскую? А берден камай помайды мыки? Нет. А? Это восстанавливается. Просто надо правильно взять. А я ушкера да? Добро олсан, повреждение вермесан. Оларды, шунаха некоторые клиникаларда, бір мартада 5000-6000 деген командалар сені повреждать қылады, шыннан кейін оншақ результат бермегеннен кейін ене келерде уже нечі өзетті. Біз 6000 аламыз, лекен этап-этап қылып олдың кәнді, полностью бастан, даже никакие замечания, то соч олдыма кәнді. Бір күнді нечі сот вот, операция қылынады? 5000 сот. 5000 сот. Понятно. Станет до конца? У нас первая база, первая клиника в Москве находится. Ага. Мы прошлый год открыли, тоже называется Огузмет, мы оттуда пошли, а это у нас филиал в Казани. Купотан Сочи экстрадан? А? Мальчики, Москва-да харкуни икки операциядан моля. Икки операция. Эн агэм зол нахнолу келадыгам, средний канча экстрадан, ну, мечкул кетады.
или средний объем гахарап чкарлар, лекин средний он я на 60-70 мин рублей. 60-70 мин, нормально. А гарантия сколько? Гарантия письменный, гарантия договор, когда гарантия берамыз. А за договор берешь? Да, договор письменный вариант, не так как слово, вот гарантия, да, нет, письменный виде есть гарантия. Договор тут за что? Бір ел дауымда полностью результат, ожидаем результат шықмаса, келіп пациент жалобын қылып тұрады. Агар иктраман етсе, қош беріп тұрамыз, агар нет. Яғни доволен с этим результатом десе, ну, как хочет пациент, так и договариваться. Яқшы, зү. Россияда самый дешевый нымасы, что біздің клиникада болып тұрады. Ең арзон, а? Ең арзон. Башқа жойларда 150 мингден бошланады. Даже некоторые клиники есть в Москве, 600-700 мин рубль қалады. Ну, почему на көпчілік, мысалан, Түркия кетады сочектер іште? Сабабы нема бұны? Сабабы Түркия, там свой брендіні қазонды, да, там зарабатып, он свой бренд, всемирный бренд Турция, қайырда Турция электрогенде, там и маркетинг сильно работает. Түркия, да? Да. А так, одно и то же ішті қаласты? Да, да, да. Фақат бітті метод бар, да, ну, екі метод, FUA, FUT. FUT, это первый, шынақа қанақа қолынады, шынақа жойды, хозыр микромотор. FUA называется. Бірінші метод лоскутный метод, шуырдан кожаны кесіп алып, бүйірін тікіштіріп, и кожаны там медсестра разделяп қылып, бізге готовить қылады. Это старый метод. С этим методом огромное количество волос не пересаживаешь. Максимум 1 минута волос, да, миллиард грамм. Я говорю, что у нас ям болма. Терені это старый, да. Кесіп аладылар, қоядылар, деки терені там медсестра начинает ассистенты под микроскопом разделять слезы. Старый метод это не используется. Вот это новый метод. Все, два метода есть. А бошка одамы сочидан олып, бошка одамы эксе бөлады ме? Нет. Организм не принимает, не подходит. А, не подходит? Нет. Эки бөлмей? Можно, почему нет? Можно, говорят, что... Но пожизненно как... Почему говорят некоторые, думают, что почки пересаживают, сердце, печень пересаживают. Почему это волосы не пересаживают? Волос тоже можно, как других гормон чпюшки. Жизненный гормон. Гормон почка, печень, пересадка хальяна, гормон чадлава. Свой иммунитет гасит, чтобы не отторгивал организма. Шунака, ну, для волоса гормоны пить не стоит. А для других органов, да, можно. Надо стоит. Конечно, это жизненно обеспеченный орган идет. Рад, узюн сочу юзге. А, узюн сочу юзге. Ена бір теория, ена бір теория, дамала, экизлер. Однояичные близнецы. Ага. Шуларда туур келер, лекин уларның бірсінде түшті, екіншісінде түшеді, да? Там у одного падает, другие облысения становятся, да? Кімдір Сочиден барбір, оз кешке туур келер, да? Ена бір сауал қарайында, аке, масалан, Сочты оляпсыз көп ерді, и екі апсыз. Сочты маш, бошты өздейм, көп айтырса бөлады ме? Көп айтырса. Или бітті Сочи, бір марта өсады, тамам ма? Йо, бытте, купаймайды. Я понял, когда пересаживаешь, оттуда уходит, нет. Да, тархамайды, нормально. Тархамайды. Лекин, есть великая вероятность, что из одного корня уходит 2-3 волоса. А, боже надо. Вот, да, вот так уходит. Димак, сочты фақат боштан, сақолдан олып екі бөлады. Йоки боштан сақолге, сақолым екесілер? А, сақолым екесілер. Қош екіледі, бравей пересаживаем. А, қош ам? Қош, сақол, соч. Бұхамаз бір-бірге төр келады? А, төр келады. Нұрлы. Мен пока нымамыз бол, врач кардиологы. Кем бұл сочылар нымамыз? Что? Мана қолыс қалады, күмін сартерек қатын бар. Холодильникті сақланады. Нечі күн сақланады? Үнемес, күн сақлан болмайды. А? Там день нельзя держать, максимум 4-5 часов. А, да? Уж сразу надо... Да, сейчас мы заканчиваем, она тоже заканчивается. Мы микроволнку сделаем 10 лет, сразу они начинают пересаживать. А, да? Да. Бірден екілады? Да, да, да. То есть 5 часов ішінде 6 минутта соч екілады? Да. Агарда, есть такие места, которые не знают, что делают вот, врачи в некоторых местах. Это вообще несмысленно. Сахар волосы в один день собирает и завтрашнего дня пересаживает. Бумаги. Это уже выживаемость крафта максимум 4-5 часов. А, да? Да. Нет смысла уже после этого пересадить-то. Поэтому мы говорим, в один этап 5000 крафта собрать нельзя вот так сделать. Значит. Суролынады. Сіз ол қамасын ечі олепсі ме, ел
Не, чередовать придется. Через. Да. Бита колдора, бита сне чарс. Бита колдора, бита сне чарс. Терпение керек, а? Бу жүрөм мака иш экен. Очень тонкая работа. Тонкая работа. Өзүдө экенсиң ки, а? Шунагы? Мен микроволновка кылам. Теш берет. Станет. А когда я кадую, тыкып тыкып чыкады? Да, сейчас покажу. Ага. О, карайм, хоз тыкып тыкып чыкканнан кейін, учуш кетмейді ме? Нет. Учуш кетмейді, а? Шунге, шо 5-6 сот, нормально ухаживают. Ухаживают, нельзя спать, я рекомендую после операции. Потому что неконтрольное движение будет с руками. 5-6 сот, тоже кожа заживает халат. Хоз, значит, процесс кетепты, факат? Сбор. Сбор. Яда сортировка, сбор. Кем уже экшн джарайон был, да? Да. А вот огромный кем, да? Даже не чувствую. Бо, ну, анестезия, да? Ну, анестезия, он говорит, не знаю, кожу поднимаем. А вы кожу, она какой-то рад, да? Да. У меня на голове как будто бы шлем. Специально раствор здесь. Ага. Раствор варболаду, ну, специально. Ну, мы чем какой-то рябцы? А, бринчидан катта рог болады, көрнады. İkinci de olsa rol oladı. Ne iş oğrumaydı? 5 saatte bana karayındır. Mesela o gün ama tepada yoktu yani. Bir günde kılıp getirdi mi? Yok hani. Kaç vakit getirdi bu? Son çektir çıkıyor biz bakıyor. Bir günde eğer abiyom 6, 7, 6 stepini, 7 stepini olsa onda 2 etap yapalım. Bir adı ki bana ne için? 2 etap operasyon. 2 etap operasyon. Birinci etap bugün kılamız. İkinci etap minimum 2 oydan keyin kılamız. Ha 2 oydan keyin? Da. Aha. İşte bu bir zaşıvayet kılıp, oluşken konuya çıkarttım. Düşündüm. Eğer özgüne kalılık olsa o ne? Uca bir günde kılamız. Bir günde kılamız. 4000 geçe bir günde kılsa buladı. 4000, 4500 maksimum. 4000, 4500 so çektiriş ha? So çektiriş oldu. Eğer de 5000'den katta olsa o kitap çöp olmadı. Birden şu akurat mı neyse, numa rolü neydi kendi ha? Da. So. Kançayla numa toplasan şu graf, все зависит от этого, от этого процесса. Ha, maşur. Powerzat kış. Мүмкін емес. Егер де повреждение берсем, уже эффект болмайды, да? И терішті ем, чөпке теріш керек екен, чтобы кем берді ем, өлтсе бұл қумасы көрчін, да? Хамма ішінде, хамма этапында чөпке немәлер болады. Регламент болады. Да. Хамма нәрсе, правильно бәжерсен, вот тебе гарантия берет таким. Ко мне приходят много пациентов, которые сделали операцию в Турции. Много, очень много приходят. А, переделывают? Да, уже уларды бургемайды. Они продолжают где-то 10 часов, 11-12 часов уларды операциялар булады. Уже не выживший графтлар екендер. Білмәну, результат ел, да? Результат ел, лекин аркатамамызды олынген жойларда да уже графт алышка инкония. А, уже. Шынақа павриждайды кыладылар. Это не все, конечно, некоторые, большинство я видел. Нечі илен беріш үшті кыласыз? 2020-дан. 2020-дан. Бұны чу оқы дізді, қайырдадыр. 2 марта оқышке кетілдім. 2 марта? Ошта бір үшті бошлагенімізді, Питерда бошлады. Кир Питерде ішлерім. Кейінгі, вот, прошлый год мы открыли себе. Москвада, ең оған Казанды. Бүгіл уже филиалды қыламызды, вот, планируют филиал открыть. Дальнейшем есть еще планы. Сочидан, Владивосток. И, в конце концов, да, Питер, конечно. Откуда начали? Да. Туслар, мана яна, акамызлар, салам алейкум. Ака, яхшымсыз, сауларды, кайфиятлы. Бирінші өзіңізді таныстырайын. Менің ісімім Бамрат. Аха, Бамрат ага. Бамрат Алымович, фамилиям Тұрсынов. Өз қайдансыз? Өзім Левабтан, Түркменабадтан. Кардиолог. 32 yıl stajım var. 32 yıldan beri? 32 yıldan beri, 89. yıldan beri. Mantıklı gelip aydın mekan da. Oooo, Medi-Çülşen'i kurtardım. Kızıl diploma. Son armiyadan son institüde girdik. İnstitüttan yakışı bakılarımla kurtarıp kardiyolog olduk. Şimdi olsa yine şu yere geldik, Kazan şehrine. O şu yerde? Ova, şu yerde indi ildeşlerimize bir hizmet edildi. Aslında ne mi bilen odamla köprü oğruydu, siz gibi müracaat kılıçadı? Aslında bizim halkımız ağrı kulengelerdi. Bil ağrıq, yürek ağrıq, vaspaleyni, ayağı ağrıq. No, ağrıqlar ağır yük götürediler. Stroikada köp işlediler, ağır yük götürediler. Son bize gelediler.
Bizden başta o ağrılar yürekten mi, ağır yükten mi, anıklama için ve EKG aparatımız var. Şu EKG aparatımız da geledi, yatadı. Toşunu diyanız koymasak, birden yürek ağrı oturan olsa, bizden belini becersek, yürekte problema çıkmasın. Hava, yüreğinin keseli yokluğunu, toçunu məlum buladı. Ondan sonra ağrıqlarını becərəmiz. Gerek olsa, poçkalarında daşlar buladı. Poçkalarında daşlar olsa, mən Cəmşid Atageldiyiç başlığımız uz edib belədi. Uzi də görədi, daşları varmı, yoxmı, içində ayal maşqalı olsa, yayışniklərdə kistə varmı, içində bir yarılacaq, bir ömrünə xob salacaq, bir qorqulu, bir xirurgiski kəsəli varmı, yoxmı. Anıqlımız, vəsli yürək salın, içində daş yox, kistası yox, həm məzar gül, son ağrıqlar olsa ağrıqlarını becərə verəmiz. Ağrıqlarını becərmək üçün fizioprosedura aparatlarımız var. Blokad edəmiz. Gerek olsa belinə uxul edib verəmiz, ayağına. Bir 3 seans blokadadan sonra, kəvaxtı bir seansdan sonra yaxşı olub gedirlər. Masajımız var. Masajı özümə demək. Masaj kursunu geçdik. 32 yıldan beri adamları masaj edəmiz. Gerek olsa bel ağrıq, ayaq ağrıq, kəllə ağrıq masaj ilə becərəmiz. Bu tarafımızda gerek olsa ukol, kapilnicə, любой şu medisinadan şu sağlığı dikələdiyin bir usulu olsa həm məzədə edərəmiz. Xülas, kəsal böyük yegan olan şu soğ qılıb çıxor orasla bizdə universal. Həmən ərsə var da. Həmən ərsə var. Analiz gəlib topşur olar mı? Analizəm var. Analizdan da çıxır. İşləndik analizini. Şurədə alamız. Analizi 2 gün, 3 günün içində tayar oladı. Tez tayar oladı, doğum görünüş. Bir gündə tayar oladı. Složnıraq bir virusu varmı, onkologiyası varmı, başqa bir probleması varmı, qarmon bozukluq varmı. Bunları bilər desək, bir həftə qarışmalı oladı. Moskvaya verəmiz. Moskvadan atveti gəlincə qarışamız atvetləri. Yönə Kazanın içində olsa, bir günün içində atvetini alamız, sırası leçen yazamız. Leçenləri boşlaşdı. Analizlərimiz var. Spesialistlərimiz həm şüyürdə bulmasa, çağıramız, spesialistlərimiz gələdi, görədi. Opşun şüyürə bir hasta gəlsə, dərdinə dəva tapman gitmir. Ağırlıqlı gəlsə, ağırlıqsız çıxı gidər düşərə. Gəlb yox. Rəhmət, boğumunu təkir. Rəhmət. Gəlb yox. İşinizgə olmaz, ay biz zətənə əliyənə keləmiz. Xudu olsa, mən bu cürəm oq gəlib, Soçin ekranımız yəni bir keləm. Rəhmət. Gəlb yox, əkə. Gəlsəniz, masaj edə verəmiz. Gəlb yox. İşilərdə olmadığını versən, əkə. Rəhmət. Sağ olun. Rəhmət. Brat, poznakom tebe. Да, меня зовут Искандер Гайсин, я татарстанский блогер. Ага. Здесь меня знают, если что. Ну как, вот больно или нет? Расскажи. Я сам переживал вначале, думал, что будет больно. Ага. Укол сделали один. Угу. Ну, как будто ущипнули сначала. И все, потом остальные боли я не чувствовал. Лежал просто, наслаждался. Представлял себя в будущем, как я там буду. А вот для чего? Решил пересадить? Да. Да потому что мне 26 лет, а волос нет уже, ну это же не серьезно. Ага, вот можешь показать просто? Если да. Не ослепнут твои подписчики. Увидели себя в отражении, наверное, по-любому. Ага. Вот, в принципе, понятно. Самый главный результат? Самый главный результат. Ага. Вот. Ну а о результате я не переживаю, не сомневаюсь. Через полгода... Через полгода не узнаешь меня. Дай бог. Новых подписчиков придется набирать, потому что они тоже не узнают, отпишутся, скажут, на кого они подписались. Самое главное, не больно. Самое главное, не больно. Есть примеры, как делают, какие есть, ну, то есть, как они сделали, и через какое-то время, какие волосы стали у людей, у клиентов. Поэтому, я же говорю, я не переживаю по поводу результата. Ты уже знаешь результат. Я уже знаю примерно результат, я уже примерно представил. Ну, у меня раньше уже были волосы. Представил, каким я буду красавчиком. А пока как человек с психушки сбежал. Понятно. Ну, удачи тебе, брат. Спасибо. Думаю, у тебя вообще такой, как Пушкин будет. С бакенбардом. Да. Тянем что ли? Qaçın su çəkişdə boşlayınız? Səhər dostu Makabi, orada bir terapevtimiz bol. Şuna tanışdırıb ötəsizlə.
Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Аке. Он основной работает именно опорно-двигательный, грыжа, протрузия, после травмы, после инсульта болады, шунака парез вербеткан, шуларну восстановление хорошо. Можете вы сами расскажете, чем занимаетесь? Всем здравствуйте, меня зовут Платика Сергей, я терапевт опорно-двигательного аппарата, чемпион России по UMH-терапии. Серьезно? Также занимаюсь реабилитацией, да, восстановлением после травм, инсультов, операций, грыжи, протрузий, сколиоза, артроза, артрита, это все мне по силам. Основной, чем обращаются люди? Основной, какой это болезнь? С болью, какой-либо болью, болит поясница, болит рука. Если нога, спина вот болит? Спина болит, да, действительно, можно отобрать любой контекст подхода к работе, то есть это могут быть иглоукалывания, это могут быть баночные массажи, хиджама, это может быть костоправство, остеопатия, это может быть реабилитация, то есть упражнения, гимнастики, то есть полный спектр услуг. Человек пришел, ага, говорит, у меня где-то что-то болит или что-то тревожит, мы проводим осмотр, диагностику, находим именно причину, ага, этой боли, убираем причину, и потом все болячки отпадают. А диагностика вот это за сколько, ну, время продлится? Диагностика проходит порядка 15-20 минут. А, серьезно? С учетом разговоров, бесед, опыт у меня очень большой, поэтому я уже примерно таки знаю, где какие локализации боли происходят. Вот у меня спина болит. Угу. А что можно делать? Болит поясничка? Вот здесь, да? Работа сидячая. Да, вот машин много я катаюсь. Вот. Как правило, поясничные боли, они во многом зависят от ног и от ягодичных мышц. Угу. Так как мы сидим, и сдавливаю мышцы. Мышцы сдавлены, следовательно, кровообращение у них нарушено. Нет кровообращения, следовательно, нет питания. Ага. Если нет питания, мышцы не кушают, следовательно, начинают атрофироваться, то есть отмирать и болеть. Угу. Если мы проведем правильные манипуляции по разминанию, по растяжке, по восстановлению подвижности суставов и позвоночника, то эти боли уйдут. Примерно за 2-3 часа. А что надо делать, чтобы не болел? Чтобы не болел? Да. В любом случае необходимо приходить к зарядкам. То есть к гимнастике, какой-либо физической культуре. То есть у нас есть гигиена, да, мы проснулись, умылись, почистили зубы. Вот. А это физическая культура. То есть сделали зарядку, а потом приняли контрастный душ. Во-первых, это прибавит вам намного больше сил в течение дня. А во-вторых, вы просто будете чувствовать себя здоровее, ну и лучше, и боли у вас никаких не будет. Понятно. Видно, что специалист. Спасибо. Спасибо, обращайтесь. Спасибо. Hozirda endi soch ektirishni ko'ramiz qanday qilib. Demak, do'stlar, soch ekilish jarayoni ketyapti uje. O'zimni ko'rsataman. Men o'zga o'zbekcha gapiraman. Azgina. Nima chiqyapsa, teshik chiqyapti. Ha, mikrolunkalar deyilyapti, o'sha aytilganda teshiklar. Imna keyin shunga graftlar tersajut qilinadi. А что еще лага? Теширлар приблизительно 1 сантиметр квадрата. Угу. 50-70 ортов теширлар. Теширлар. Что нормальная густота ушу. Больно, брат? Нет. Нет? Ну, знаете, что такое самое? От которого звук микрофон так какие-то звуки издают, и это приятно слышать. Вот так же примерно у меня на голове сейчас. Насколько это выглядит интересно? Потом покажешь? Конечно. Сейчас микроволновки мы где-то 4 собрали графта, 4200, 4000 киза. Мы потом 4200 киза кламут. Вот специальный человек посчитает мои микроволновки. А сейчас сану вытрусите? А чалыч керек ма сизе? Да. А что саналган бойче, кейн койп чыкылат, да? Тишкилерим, тиш бойынша специальный нымалар бор. Котлар, сач кайер гюса, например, пычаслар тишкилгені бутамония кенді кетады. Специально рост волоса делает, ага, так, да? Вот, ну, достаточно. И Бенч машина тишечку клинады. Бел, брат, харбор тишечку санап чекчат. Тяло тишечку мунки мас бяды. Че урмай дикен, да? Бел, он йоти, телезир көрят. Бу как кичкене лезвие чадейкен, да? Скальпель бол. Специальный скальпель. Оларам размерлер болады, узлерны. Графт алынган пайты уже размерна прилет кылса болады. Ну, орташа 1,5-2 мм орталыпты. Кылынады. Мана шу жойларга экен тикип кылынады, да? Одой кылып айтканда бобон экансыз, да? Пиоз жыгамыз. Качка экен де экенсиз. Достар, бемалол экрандагы телефон ракамларга мурожаат кылыңыздар. Точ эктирмокчу болсоңор, скидка 30%.
Benim yönelişim bu arada ha. Soç öz işte. Şunu bu. Ha, çünkü siz şuna kadar bir şey yapsınız. Tamam, onu bir yakka git yaptı. Şunu şuna kadar. Çünkü buna kadar. Kod boyunca. İstitişini bol attı. Öz kendine. Kudu öz soçum ne bol hizmet kadar olmasa. Nektir iyiyse rost öz kendine. Neprayla ise vabşe doğrulam olmaydı. Ha, doğru. 8 zaman olmaydı değil mi? Olmaydı. Toys oldu bu taraf kadar öz iş gerek. Orta bu taraf kadar. Ha, ha. Şuna kadar getişler gerek. Koç bunu hem etika, Әліге шына 45 градусын шына қолынып. Ааа, қараңды. Знаешь, қан әтешілісі шына екіліп, да? Өсәді, ға, екіліп. Шына өсәді. Пациент еш нәрсені сезімайды. Шына сезімайды, ба? Телефон өтіп. У многих есть вопрос такой. Әке, вот дорының намаз күчік еткеннен кейін ор қолады ма, деп, да? Абсолютно болмайды. Болмайды. Стоматологларда болады. Білесің, шығылдыргеннен кейін. Дорну кучкет кенден кейін оғыз болады, да, бой болады. А у нас нет, абсолютно оғырып болмайды. Шыны орлы. Хоз мана тешіп шығайыпсыз көп? Кейін ішіге тықып шығылын атты, бітті-бітті. Бітті-да. Графтылар қала зимтті тұртта. А, хозда, хоздарына қыз салфер оқып қыған. А, көрсе болады ма? Да, 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 берден нечі де оны? 4200. Маше 4200, да? Да, ну. Бұны кейін хамасыны Çıkılın abi. Çıkardılar, pinsetten hazır o. O şu 2200'de teşkil yapsınız. Ha, teşkil mi bulan tıkıp çıkılın abi? Şu pinset bulan mı? Pinset mi? Ha, şuna özet. Sen pinset, iki de pinset işletirler onun için. Bir tas açadı, bir tas ikide yarattı. Mücerrenler, kürsü tamız ki. O, birinci etap, sizlerle iyisliğine şunla çekilerdi. Bu, bana bu kozu, ukol kıldız ki. Aha. Atıyor bu iş, oldu. Bu, kançadan ki kaytıp getirdi? Bugün getirdi. Ha, bugün özü kaytıp getirdi. Geç bugün getirdi. Ha. Özgür biraz bana terişip durganda İşler o sonra oldu ki yani kayıtkanda yani zişler şarkanda ama mı? Zişlerşip keyin hastalanmayı bir arada. Bugün hem hastalanmayı tıkı çıkılınadı, 4200'de. Keyinli proses kanı kabulladı. Keyinli proses operasyadan keyin, çirizi 3 gün, 2 günden keyin, например bugün operasyaya kalacağım olsak, inlik gün pacient öz üyde duşu, под душем снимает повязку, özü açadı. Специальный видеороликimiz var, как надо снять повязку. Ага. Şuna her operasyadan keyin beramiz. Bo'ldi. Soqchi uje qilib, ha, bir faqat olingan joyda maz beramiz, specialni maz. Shu har kuni surtish kerak. Olingan joyda. Olingan joyda. Kaga hech nima kerak emas. Hech nima kerak emas. Har kuni prosta soch yuvish kerak. Ha, shampunlar yuviladi. Specialni shampun bo'lmi yo'q? Bor, bor. Specialni uni ham berasizlar-da? Ha. Specialni shampunni yuvishadi. Endi qarang aka, mana ekib chiqildi. Ухаживать қылынды. Қанчадан кейін уже шығышты бастайды? Қанақа болады процесс өзі? 2 апта дауамында шығады бұлар. Екілген данманы первый этап. Яхшы шығып бір құрсант қылады да. 2 апта пациенті да, 2 апта шығады. Вдруг бір 4-5 күннің дауамында хаммасы төкіледі. И? Төкілмей кетеді. Шок упадение дейді, төкіледі. Аха. Төкілші нимадан? Корни, которые фолликулы, они сели нормально и отпускают свой стержень. Стержень отпускает и начинает себе яйный сосудлар тортат, да, чтобы для питания. Uh-huh. Вот это 2-3 месяца займет этот процесс. Лекин, что чыккан сошлам, хаммасы доедины чыкады, 100%. 100% чыкады? Да, в конце. Бірінші қарай екілді, 2 хафтадан кейін төкіліп, ну, өсады, зөйір өсады, төкіліп кетады. Кейін үш-төр ойдан кейін? Яңгиттен шықты. Яңгиттен шу чотки бөлі, хамас бір қылды шықады. Йоқ, қар қыл шықады ма? Йоқ, бір қылды. Бір қыл шықады. Лекін 6 ойдан кейін, қар бітті графтан 2-3 шықшы бошланады. Шуң үші айты апымыз, 8-10 айдан кейін, полностығы результат берді. Тойсы результат 8-6 ойдан кейін, чотки полностығы результат берді. А бұл кейін өсіп шыққан сочылы шыққан, шоң төкіліп кетмейді, ұнақан арты бөлмейді, а? Пожизнен қолады. Пожизнен қолады. Потому что арқа тамонына сошылар, любой кәлі көрген пайтыңызда арқа тамонына сошылар тұрады. Ол сошылардың қашысы өзі бойынша олар ешқа шоң төкілмейді. А, олар төкілмейді. Ло бошқача соч, да? Шуна. Хаммас бир калла жойда, лекин нимаси кашсас бойынша чатса кылады. Өз соч нимадан төкүлөт? Шу генетически, да? Генетически шунака нималар бар. Япма шо андрогенный гормон. Мужской гормон, ма андрогенный. Чувствительный графтлар болот, шулар тосурда под эти действия попадают. Бу касар деп айтылмайт, это не болезнь считается, брат. Это норма. Ну, не есть такое некоторое поколение человека, который Основные парни говорят, что это наследственно. Они говорят,
О, у меня нет в отца, все нормально. Ну, но 80% со стороны мамы тянет. А, да? Да, това. Това девает ладно? Да. Дядя. Това. Да. Так что выбирайте жену. Вино бы. Мы тут ни при чем. Да. Брат, санаяпсун? Бару бүгінгі профессионализм, хамасы керек, да? Практика керек. Практика, а? Практика. Хар күні қымазам ол іште. Практика пәс болса, уже не стоит. Главное, бұйырды волты түш керек. Чтобы графтарын выживаемыз түшін. Мана демек, дөсілақ, охырғы жарайон, соч екіш жарайоны. Біз көрсіздің ма? Жерін бітті-бітті. Соч олынар екенде, екі чықылынады оның шыны. Demak do'stlar, mana ko'rdinglar, sochni qanday qilib ekilinadi. Yana bir narsa aytmoqchiman. Sochdan tashqari bu yerda soqol ham ekilinadi, qosh ham ekilinadi. Bemalol har kimda muammo soqolda yo qoshda bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Hammasini ekilinadi. Hozir 1200 ta 1200 ta soch ekilinyapti. Va bu hammasi 100% chiqadi. Ketadi, ekilinadi. Shu 1200 ta sochga 5 soat vaqt ketar ekan. Sochni orqa бошты орқа тарафтан олып, ол тарафты екіліші 4-5 сұғыт вақыт кетілерге. Шынақы, өйлеймен ке, ама сауылыларға жауап бер олдым. Агар қанақаңдар сауылыларға жауап бермеген мұсам, коментарияда қолдырылы, яны құда олысы келіп, полын яны көрсатшыға әрекет қыламыз. Все, удачи вам! Я,